assembly in progress. Assembly ready in Hangar Bay. 1. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems known. У меня карта глюк и хожу. Народ что-то сбежал сразу. Обиделись. На форумы пошли строчить. Со скрин. Цель D6. Три цели. Я его со всей толпой. Да. Сюда идут двое, как минимум. Ничего, он прям будет биться на смерть. Два Осириса. Ну, я подошел. Или сектор на Оуэнсе. Вы заметили, как много и часто стали играть ELH на пабликах? И мне нравится, что мы выиграли у них 5-0. Да, я не думаю, что это связано. Давай Грея бьем. Того я ЛАЖ снял. Он в дуэль пошел. Так думаю, мы его уже надоедает потихоньку. Бьем весь сектор. Оуэнс. Мне вот эта хрень спину выжгла. Внезапно! Меня структуру сломали. Давай, я лежу. Вот бей его. Отлично. Сломали моего. Я живой. Робот. Почти. Робот. Это не робот, это мег. Мы же крутые фанаты вселенной. Ну чё, прикинемся теперь турхлями на эсер. Хапатай ушел. Видимо, ему не понравилось. Кто там башками ходит? Мы с Артём. А смехи закончились. Да. Тащи нам меха заметили. Кого подвести до базы? Вижу Артёма и... Или вы тут останетесь? Да фиг его знает. Садитесь, я вас отвезу на базу. Цель 900 метров приближается. Вы сели, а то еще... Поехали, поехали, попробуем. Ага, хип-хип. Нет, хип-хип. Я упал. Викаю. Стою, жду. Ладно, я пошел за пипцой карманной. Ладно, сейчас будем башни сесть. Все вас там. Что это было? Так, ну я тогда стою здесь, да? Да. Угу. Макс, ну вдвоем. Где цель? Превозмогать. Ну была 800 метров и приближалась.
А теперь не знаю. Чьи там ноги барахтаются по дороге? Или это у меня влюблен? Это мой собичок лежит. Господи. Он там делается. Плыкается. Цели не вижу. Визуально. Там турельки вот на этой базе, где мы сейчас есть какие-нибудь? Ну да, но их выбили. А, тогда, наверное, мы за них спрячемся, чтобы у тебя не помогали. А, одна появилась. О, как у нас сейчас двое с Максом. Если они сейчас толпой придут, то мы не сможем превозмочь. БАшка тоже страшное оружие. В Е5 солитер. Че, нам идти с Максом туда? Да, а чё бы и не. Макс, пошли. А, Макс, так молодец, я убежал. Что предупредил, что пошел. И еще Осирис. Ты думал, ты тоже решишь уж пойти? Я команды ждал вообще-то. Лизма, ну подожди, вдвоем зайдем. Не, вот они уже. Да я понимаю, что вот они, ну... Да-да-да, да я жду, стою. Я понимаю, что ты крут, ну... Я стою, стою. Все, пошли, теперь пошли. Осирис Евген. ЛБХ-20, не стреляй. Ну перевесил бы их вас. А где второй? Кто-то слетел. Вон он. Кританул, крит. Артём. Да. Ой! Ой! Ой. Кот что-то домешкал. Ты жив? Я да. Идите на починку, если кому надо. Да я не знаю, может я какой-нибудь медиум пойду возьму. Все идет, тут все лежит. За них ВР присоединились. Кентекс. Назовут же. Не понял. Закрыл по Максу. Пришел. Че? По Максу что-то пришло только что? Это Макс, по-моему, с рамкой выстрелил. Или нет? У вас тут лежит сельтер? Да, я. Потому что мне тут он барахтается, бедный. Я нам все-таки хэвика возьму. Погоди-ка. У меня глюки. Ой, спасибо. Я тогда этого Тора возьму крутого. Может еще подождешь? Или ты уже купил? Или раков атласа взять. Не, раки тут вряд ли. Ой, да вообще, ну что-то вы мне накидали. А чем мне брать тогда? Артём, спасибо. У меня 140, что можно взять? Фиг его знает. Убивал. Дальнобойное что-то брать, да? Да. Е5. Так, это еще один луз. Блин, на пульке даст кто-нибудь еще денежку? Простите таймер, за такой большой навоз. Таймер.
После 20 тысяч всегда больше. Все, Макс, спасибо, 3 тысячи, спасибо, Макс. Да, он все. Как говорить, ладно, ладно. Вы тут даете на... Технику. Так. Все, меня убили. Нет уж. Интересно, стоит ли подождать, пока сейчас наши разберут всех? Уже там вроде вряд ли осталось там... два в одного. Там Грей только остался. Я пони взял, поеду позахватываю. Хотя, может, не стоит. В принципе, нам и одной точки. О, вернее, двух будет хватать. Или 5, или 7. Я иду, короче, с котом. МГ бежал. Позор ему. Не говори. Позор Гаусс в спину. В ногу. Перегрелся бы, еще вдавил бы. О, вскочил. Кирилл, а ты же вроде собирался играть. Да, вроде собирался. Меня тут оторвали. Лайт. Только из-за чипсинкой полез. Д6. У тебя что, осталось что-нибудь, кот? У меня, кстати, да, как раз едой тоже оторвали. Денег. Ча, у тебя осталось что-то? Спасибо. Он кот сюда к нам идет. Вижу, жду, надеюсь. Ованс. Плюс еще две цели. Солитер, два солитера. Что ж я косой-то такое? Ой-ей. Алло, возвращайся лучше. О, наконец стал попадать. Left,
Слышал, кот, тобой игры недовольны. А что случилось? Говорит, каково это? Зажимать лайтов ассалтами. Блин, мне так стыдно. Я сейчас немедленно матери позвоню, чтобы она отчитала своего сына. И рассказала всем соседям, какой я плохой. А кто ему не дает взять ассалта? Ну я, видимо, его ассалта. Ну вот Грей ругается. Ой, это их база уже, наверное. Так я не понял, они мне посоветовали пойти продать и купить лайт, что ли? Так, отлично, говнецо на вентилятор пошло. Игра удалась, вот сейчас самое то пойдет, самый смак. Я заспавнился. Еще будет что-нибудь? Нет, это будет. Тебе деньги, да? Ну да. Или чипсы? Нет, не чипсы. Цель какая-то идет. Да тут две цели же. Сейчас плохой кот пойдет их обижать. Три лайта, Е5. Попал. Две цели идут. Как его квадрат-то? Старче! Я и подогрелся, меня добили толпой. Тепленько. Ага. Но я кугар успел пулеметами добить. Не дошел. Я там сам промахнулся один раз, сдался. Попал бы в то, что на него убил бы сразу. Что ты говоришь? 300. Что 300? Видит. А, да.
спасибо. Все. Я взял слэш пульсами этого рифу. Где там этот летающий? Хорошая рифа. Ну, никогда мне с ней хорошо не получалось. Надеюсь, сегодня тот день, когда не повезет в квадрате, и мне с ней повезет. Долбаный елки. Воздух, что ли? Физик. Да, да. Воротитель. Да ё, на месте перевернулся. О, я им тут крит сделал. Прям в толпе. Там прям у них в пять, наверное, очень собралось. Много юнитов за горой, осторожнее. Да-да-да. Макс, ты хорошо стоишь. Да, я знаю. У меня игра вылетела. Это все рифла. Так кто там, Каусы? Спасибо. Так. Да, не. Нет необходимости. Не надо было, наверное, тогда пивом заливать стол, видеокарту, компьютер, телефон. Кстати, если кто-то мой риф увидит, может, там кто-нибудь возьмет, продаст. Он стоит около точки, ты можешь заспавниться в F7, ой, в E7. И... В E7? Да, и попробовать успеть взять его. Сейчас попробую этот кинг ушами провернуть. Там, правда, что-то, по-моему, никого не осталось уже, если... Там мы взяли этот самолетчик. Ну, наших-то там нету. Опа, это все, да. Точка не наша. Не смогу я это сделать. Так, ну смысл есть, интересно, за рифлой бежать? Вряд ли. Ну, разберут ее, скорее всего. Три тысячи есть у кого-нибудь? Риф еще стоит. У меня меньше тысячи. У меня 100 секунд. Если стоит кто-нибудь, прыгните в нее, возьмите. Все, там три цели вокруг нее. А, ее ну уже перед. Да. Над трупом надругаться решили. Уничтожен. Sensors online, weapons online, all systems known.
Нули. Много целей. И Е6. Хасер. Блин, тоже нажал не ту кнопку, вместо Гаусса LBX 5 взял. Хорошо. Они отступают? Да. Не все, но отступают. Справа узел. Кто-то остался. А нет, химера. Остальные на ремонт ушли. Стоит на ремонте кто-то. Бегут, бегут. Там солитер Максим битый, у него спина выбита. Солитер вижу. На солитере стар. Угу. О, это даже будет лучше, если его уничтожу. А у меня еще целый фильтр. Не, все, ушел почти. Ушел. Сейчас торчал, шило будет брать. Угу. Надо быстрее на базу смотаться на ремонт. Тогда я сейчас тоже начну какая-нибудь. Что мы тут без шиф играем, а они с шивами. Кто-то уже за мной летит. Костя. Ты его. Угу. Зато хорошо, за хоть ойл, а не вазелин нам сказал приготовить. Старчал ты станется. Есть кому-то ловим? Хотя против самолетов бесполезно почти. О! Харасер. Не добит еще. Тот самый, который в первой группе был. Вижу шил. Шива наблюдает? Угу. Так лететь долго. 30 секунд буду.
Зараза. ЛРМ не выбил. Чё добьёт, если я не спрячусь? Не спрятался. АТМ по нему наводится, но он, видимо, слишком высоко. Не первый раз хорошо так. Дальше уже состязаться бесполезно. Так, мне спину выбили. Ну я по нему пострелял. Толку с этого немного. Возвращается. Просто корсар летает. Ну, еще что-то мне выбили. Это корсар. Был. Был или есть? Летает до сих пор. Понял. Отлично, грейлёг. Понар стоит с ракетами. Улья идет. Шива возвращается. Да, Шива возвращается. Блин, Мехвариор, кто бы ты ни был, свали, я починиться хочу. О, мне еще гаусы кончились, зато ЛБХов полно пятых. Снижайся, ПВО. Мистер Грей на Танатосе.
Где там ваш ПВО? Тут вроде были. Видимо, ПВО уже сложилось. Там Кирилл пытается бить с кошки. Промазал. Выиксом. А вон Артём бьет. Артём, ты же на хилить? Да. Отлично. Почему матовый на базу? Как я удачно вышел? Кто тебе? Кто там все? Все. Я спрыгнул со скалы, и они все там. Протянули к тебе руки из могил. Так норм припарковался вообще. Ну, чуть-чуть АТМ-экс торчал бы дал. Убился. Что рубился? Убился. Порубите под устарчелда. Пашка цела, видимо. Устарчелда будет пицца с АТМ-ками. Его любимая. Янги 6, уже на забой. Порубите его, а? Ты нахьюете? Так, Волча и Уля. Вроде как D7. Корс улетит. Красиво ты сел на него. Да, мне нужен был для этого бомбарь, чтобы освободить меня. Бомбалет хороший, вообще своего минусанул. А кто стрелы в космос запускает? Артём, поэтому по бомберу. По Максиму отсешки откуда-то или пулеметы прилетают. Да, Гаусс, ФСИ, все подряд. Не попадает. Пополнение безопас. Лечу. Хороший факел.
Он к тебе бежит, Алан. Кто? Солитер без рук. Где он? Я не вижу нормально. Ну там такое горящее чудовище бежит. Что же его потерял? А, вот он, нашел. В лесочке. Спрятался в кустах, сам собирается сдохнуть. Вы его еще и занаркали. Да. Барварма. А ты кого убил, МС? Если ты был рядом... Башка. Он выпрыгнул из нее. Нет, так... здесь какая-то другая башка была, она просто в чистом поле стояла. Две башки. Интересно. Ты убить можешь, кто хьюит? Артём, ты же, да? Куда там Браус скакал? Ну и ладно. Так, не очень еще одна БА на точке успела заспауниться. Узелок, по-моему, прыгает. Ему стрелы прилетели. И мои пепцы с Гаусси. Готов. Справа цель моргнула. Я на мост поехал. Он лучше хьюит. Че тут Гаусс? Корсар. О, Вольтурова. Мистер Грей. И хьюит вон пульсовый стоит. Куга. Анаконда. Корсар. Нет, это не хорошо. Кот, зачем ты полез на Хьюит в лоб? Я просто пробегаю мимо него. На рядом почти. Ультура. Я пробегаю с залпа ТМК дам и его пройти. Полез кот, но умер почему-то Кирилл. А меня мистер Грей. Вот что враг не догадался. Рифла. Убился. Довилял. Ого-го, кто-то меня ударил больно. Пойду починюсь. Фест с ним за спиной. Рифла D6. Рифла с культой. Да. Культой с чем? Культура с гауссами. Рифла с АЦ-шками, скорее всего. С каками? Рифла с раками, по-моему, была. Есть только со вторыми. Да. Плюс там еще Холландер есть с Хайгаусом. Почти убитый в усмерть. Он пока бежал, на спину выжгли. ЛРМ на Шива.
Угу. Стар. Где она? Здесь, потерял. D5 где-то. D6. Потерял. Вижу шил. Вижу. Двигатели почти убиты уже. Да, я его хорошо пострелял. Хондр. Лайт какой-то. Угу. Был. Блин, цель не, бери, не берется на шее. А мог бы добить. Он уже черный. У меня перезарядка идет, я не могу стрелять. Ты вот черный. Лайк. Сними с меня, можешь снять меня, да. Кого? О, спасибо. Алан. Я починиться хочу. Ну, иди. Сирис еще один без руки. Холландер получил от меня. О, меня Шива. Решила полюбить. Шивы, движки красные, добивайте. Я чинилась. На 20 тысяч практически. Черт, на рифлы вышел в лоб. Все. Сейчас их выберу. Укритует. Как раз там Холландер рядом. Да, Холландер хорошо. Так сдох кто-то. А его не убило. Убило, убило. Ну а вон горячий нос его. Пойду тоже ассалты куплю, ты че один как рыжий. Сейчас вроде же можно уже ассалты убрать. Ну ты убрал, спроси. Так. Кот, ты все равно спросил Грея. Ну да я пойду. Ой, спасибо, Лон. Есть кто в небе? Вижу. Рифлетит. И мало ли, ЛМный. Боль цель не наблюдай, башка еще скачет по направлению Кириту к нашему. Я вижу башку Кирилла. Там еще нет. Перед рифой чья-то башка, не знаю, но это вражеская, наверное. Ну я, мне нужен. I need a ride.
Мистер Грей на маунте же сел, а рыбом мы еще четверо чуваков вышли со основной базы. Я откатываюсь, ну почему? МТ стоит у нас бесхозный какой-то. Да, откуда по тебе башка? Слева, из деревьев. Можешь забрать его? Я попробую разобраться. Осторожнее, тут он рифла бьет. Вижу. Там две рифлы. На мной занята. Там еще я сол. Но сел. А я забрал маккета чего-то. Ну, ДМ-ки, клан ЕРПЦИ, да я тогда и покупаться не буду. Кто тебя убил, Максим? Меня никто не убивал. А, это ты старого убил? Да. Ты же так спрашиваешь, кто? Стар? Был бы. Да, тут я кружусь. Тут большая группа, но они все биты. Башка меня до сих пор бьет, Кирилл. Я пытаюсь ее найти, я не могу понять, где она. И меня от тебя отрезали. Там что-то кританул. Да не отрезали, вот он ее. Да я понимаю, но мне надо перейти простреливаем обувь. Так нет, она откуда со своей стороны прилетала. Так вот, я в тех кустах сидел, никого нету. У этих что? Ладно, посмотри. Рифла там. Тут полумёртвая. Рядом Оуэнс. Обороны. Нова. Вижу Нову. А и Нова меня игрохнул. Маулер далеко очень. Нове можно руку отпилить. Я купил ДАИШ, мне тут же написал Кипсинг Дестрой. Прикол. Ученица не хочет. Кипсинг, ты не чинится. Отлично. Я на ремонт. У меня с рукой проблемы. Мало ли из базы выходит. Чувствую, сейчас жопой накидает на каком-нибудь визика-то. А толку 4 минуты осталось, и разница да, в 300 же. Нет, все уже. Тоже, я да. Я вам накидал 200 тысяч. Кто летает этот? Дона. О, это жопа. Да, я даже не удивляюсь.
Shutting down. Sensors offline. Weapons offline. Reactor offline. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems known. Вижу дома. Маулера полуторс кончился. Лонгтом, что ли? Что-то такое бумкнуло. Нет, это по Маулеру, потому что бумкнуло. Маулер сложился. Кошка рядом, что там была, и Райфл, да. Отсюда был Райфл, ну, типа, вообще. Да. Я на подходе, типа. А тут кроме кошки блин, ничего я, не типа, осталось. Вижу прицел, только я навожусь, а он убивает. Только навожусь, убивает. Я больше не буду. Простите меня. У нас сфера уже вымирающий вид. Надо с ним что-то делать. Жопа на партизане. Ой, оставьте его мне. Так добил. Такие. Артём, сначала жопу надо бить. Ну отдайте мне жопу. Жопа выскочил. Надо же, это даешь до сих пор можно. Может называться фрагогенератором. Даже с учетом что того, что уаки порезали. Ну, которая с 5 уак пятыми. Кто там? Не скажу, он мой. Кто бы ни был. Да ладно, у меня всего 8 лаков осталось. Ну вот видишь, ты его убил. Да еле успел. Мы полетели.